Меня зовут Анастасия Ермолаева, и я профессиональный исполнитель на гуслях. Сейчас я обучаюсь в Российской академии музыки имени Гнесиных по классу гусли звончатые. А звончатые гусли, по-другому, это академические гусли. И именно о них мы сейчас поговорим. У меня в руках 12-струнные академические гусли детские от производителя «Мир гуслей». И почему именно академические, то есть чем они отличаются от обычных, народных, фольклорных, все называют по-разному? Тем, что у них очень сильное натяжение струн, то есть они почти не прогибаются и дают очень точное звучание. То есть струна не дает звуковых колебаний, она звучит очень точно. Послушаем еще раз. Такие гусли используются для обучения детей в музыкальных школах, в культурных центрах и просто на подготовительных отделениях именно к профессиональному обучению. Но если вам нравится именно точное звучание и громкий звук, который вы могли слышать в начале, то вы можете их приобрести себе для обычного музицирования. Вначале я сыграла обычную песенку на двух аккордах. Именно с нее я начинаю обучать детей, потому что ребенок, когда приходит, ему нужно что-то сразу показать, чтобы он смог сыграть, чтобы заинтересовать. Значит, мы ставим два пальчика сюда, два пальчика сюда, у нас получилась песня. Соответственно, ребенок выходит с урока довольный, счастливый, что он уже играет на гуслях. И таким образом мы продолжаем обучение. Для того, чтобы сыграть эту песенку, она называется «Как у наших у ворот». Нам нужно поставить мизинчик на вторую струну, безымянный, через струну, то есть на четвертую. Далее средний на пятую струну, указательный через струну и большой через струну. У нас получается аккорд ля мажор. Второй аккорд – это ми мажор. Мы переставляем средний и указательный палец на струну выше. И у нас есть легкая последовательность аккордов. Это ля, ля, ми, ля, 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 ми, ля, ми, 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 ля, ми, 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 ля. Из таких аккордов мы собираем нашу песню.